Назад, назад, назад. По тротуару нехорошо ехать. Я извиняюсь, но знак нуждается в срочной, я не знаю, регулировке. Парктроник вылетел. Вот так вот езда по тротуару в копеечку уходит, да? Друзья, обратите внимание на то, что нарушитель не берет во внимание стоящий в пробке автомобиль полиции, а значит ему плевать, и он уверен в их бездействии, что в конечном итоге так и оказалось. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Здесь давно нет заезда, слышите? Давно, говорю, нет заезда. Давно, говорю, заезда нет, не слышите, что ли, меня? Где заезда нет? Здесь заезда давно нет. Заезда, говорю, давно нет. Какого заезда? Здесь заезда, говорю, давно нет. Смотри сюда. Вы не слышите, что ли, меня? Плохо понимаете по-русски? Ты, блин, по-русски плохо. Вы по-русски понимаете. Плохо понимаете? Пошел. Держи камеру. Что еще раз сказал? Подожди, давай зайдем в зеркало. Ты что машину трогаешь? Твоя машина, что ли? Подожди, вопрос в чем? Вы на тротуар заехали. Я еду на вертоколонку. Ловушки не в порядке. Сраная уебища, на себя посмотри, ты это в зеркало пройди, посмотри на себя. Все это время полицейский автомобиль находился в пробке, но, к большому сожалению, сотрудник, сидящий в нем, ничего не предпринял. Куда едешь? Что ты сделал? Все. Ну что делаете? Все, вызываем полицию. Все, вызываем. Не трогайте. Машину не трогайте. Еще раз повторю, не трогайте людей. Я еще раз говорю, ведите себя нормально. Блин, давай заставь меня. Замолчай, не будет нормально. Пошел. Я говорю, у вас что, с потенцией проблемы? Вы что такой агрессивный мужчина? Смотри, как вы себя ведете, вы по тротуару едете. Пошел отсюда, уебище, сраное. Не, вы что, стойте, вы что? Сейчас полицию вызывают, пошли. Сейчас полиция приедет, мы и так вызвали, сейчас. Стойте здесь, еще раз повторю, мужчина. Дальше полицейский, подойдите сюда. Сбил нас на тротуаре, привез на капоте, подойдите сюда, отреагируйте. Не пойдемте, стойте здесь. Стойте здесь. Все. Да это все уже лишение прав, Кирюх. Все, вы это зря на самом деле. Вы сбили, привезли нас откуда? Вы что, у вас головы не в порядке? Полиция, да? И не этим должны заниматься, мне кажется. Сбила машина на тротуаре. Адрес вам. А? Адрес сказать не могу. Давайте скажу конечный адрес, куда она привезла. Водников, дом 5А. Кого привезла? Пешехода, которая сбила. Вот мы на капоте приехали к адресу Водников 5А.
Да, мне тоже не особо верится, да, на Капоте. Просто я не помню адрес конкретно, откуда мы ехали на Капоте. Но приехали в дом 5А. Сюда можно экипаж? К моему сожалению, находившиеся на месте сотрудники ДПС проявили безразличие. Не взяли документы у водителя, позже вообще не имели понятия, куда делся сам нарушитель. А также не интересовались о случившемся. Нам кто-то будет помогать вообще, нет? Вот здесь столько полицейских, кто-то будет обращение принимать? Ну, конечно, будут принимать. Все, сейчас скоро осмотрят, да? Вы же вызвали скорую. Вы документы взяли, водитель сейчас может убежать, еще кого-то сбить. Вы задержали, вы документы взяли у водителя? Вы посмотрели, проверили его состояние, трезв он, не трезв, адекватен. Водитель? А где? Вот где водитель? Вот у меня вопрос, где водитель? Может, он вообще сотрудник полиции, сейчас его там закроют, скажут, такого человека не было и ничего не знаем. Вот. Никто никого закрывать не будет. Ну откуда мы знаем? Может, он сам полицейский? Вот он сейчас, грубо говоря, ушел, и где он? Его так... Ну его чуть ли не обняли, увели. Просто надо как-то оформлять, сейчас скоро приедет, вопрос нет, документы у него никто не забрал. Человек увез на Капоте с Волоколамского шоссе двоих человек. Все, никого ничего не смущает, обычные серые будни в Москве. Все. Ну, я надеюсь искренне, что человека оформят вот именно как за скрытие с места ДТП. Это во-первых. А во-вторых, его надо обязательно лишить водительского удостоверения. Потому что такие люди социально опасные и не должны вообще находиться у нас на дороге. Не только за рулем, они должны... Не только за рулем, да, их как минимум надо поместить в такое помещение, где они подумают хорошенько над тем, что он совершил, и все. И больше вообще такого не будет делать, хотя сомневаюсь. Приехала медицинская служба, которая должна оказать помощь. Но не все так гладко, ведь в этот день нам явно не везло, и мы столкнулись еще и с хамским отношением сотрудников медицинской помощи. А 10? Давайте вот все идите. Я спросил, не кричите на меня, пожалуйста. Я буду кричать. Не будете кричать, я вам вопрос задаю. Нет, отец. ЧМП, вообще что ли в этой стране все через жопу, я извиняюсь. Слышь, вопрос, а оба 10? Случайно это увидел, все, и я, честно говоря, в ужасе, и когда теперь я знаю, что за это ему практически ничего, точнее, не практически, а ничего не будет, но это... Просто, ну, это надо было видеть со стороны, что там происходило, да, вот, просто человек вот реально, не то, что неадекват, но тут мега, я бы сказал, неадекват. Я просто недоумеваю, значит, человек сбил пешеходов на тротуаре, увез их на Капоте в неизвестном направлении. И за это ему всего лишь будет штраф. Я же за этот закон. Ну вы мне скажите, все? Это все, к чему можно привлечь водителя, который сбивает пешеходов, катает на Капоте средь бела дня, правильно? И все. Как бы надеяться больше не на что. Материал будет рассматриваться, если в суд, как суд решит. Хорошо. Там может и лишение полтора года. Просто я так понимаю, что с вашей стороны, на вашем уровне, вы сейчас рассматриваете это. Делаете какое-то, ну, выносите решение, правильно? Нет, что... я все фиксирую то, что на месте вижу. Нет, я имею в виду, кто передаем дальше материал, делает, передает материал, да? Дознание, да. Так. Дознание либо суд, либо сами там какие телесные будут. Так, а что за это? Ну, вот у него легкий вред здоровью. Дальше что? Вот мне просто интересно. Вот, значит, 12.24, часть 1, да? Нарушение правил движения или правил эксплуатации, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. От 2,5 до 5 тысяч, либо решение на пол. Так, и, естественно, у вас будет сначала выноситься это решение, да? Либо штраф, либо лишение. Нет, это решение суда. Это, да, суд направляет, да? Материал, да. А материал в любом случае вы в суд направите или нет? Ребят, я не знаю, кто будет вести дело. Все, значит, вот по этому номеру, правильно? Да. Шапку не забудьте, Саша. Все, я вас услышал. Thank you.